Ключи и документы от собственной квартиры на руках. Андрей Иванов вручил их 4 жителям округа, оставшимся без попечения родителей. Среди них Софья Добежа. Она учится в Звенигородском колледже и теперь будет жить неподалеку от него, в микрорайоне Восточный. Я хотела, побыстрее уже свои 18-летия получить квартиру, стремиться к самостоятельной жизни, обустраивать там комнаты по-своему, как я захочу. Говорит, хочет перекрасить стены. Все остальное, необходимое для жизни, там уже есть. Входная дверь заменена на металлическую, установлена сантехника, электрооборудование, отопительные приборы. Теперь можно смело начинать самостоятельную жизнь. Что такое квартира? Это такая твердая почва под ногами. Вы становитесь самостоятельными. Это стабильность в завтрашнем дне в этой квартире, в этом вашем уютном, я надеюсь. Со временем вы там обживетесь, будет уютное гнездышко, куда будут приходить и близкие, и друзья, и в дальнейшем вы там будете создавать свою семью. Собственные квартиры у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, появились благодаря губернаторской программе. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».